И вот эти вот дела, которые были, проверка. Катя комментирует, что Артём говорит, возможно, были где-то неправы в ситуации с неуплатой налогов. И считают, что зависть со стороны хейтеров. А Катя Конусова уверяет, что негатив обоснован. И вот далее, что тут сказано. Пошатнулся, треснул волшебный образ. Лерчики показывали, какие они милые, добрые, народные, как о всей души раздают мерсы, смартфоны, как хотят, чтобы все похудели, что бложек не про деньги, а сами, как маленькие крыски, гребли, ныкали по родственникам, паспорта копили, золотишко за щекой хранили и в особняках прятали. Как-то, знаете, не вяжется с розовым мирком соцсетей, говорит Катя. И еще что сказано тут. Саша выкрутила ситуацию. Вот, мол, какая я сильная женщина. Справилась с невзгодами подленького налогового обложения. И давай делать продажи за 140 миллионов в день. Моя версия подтвердилась. Чекалины вернулись в соцсети, как водоросли в водоем. Лерчик красивая, как ни в чем не бывало, а Артемчик сказал, нефиг радоваться, хомячки, мы выплатим. Сейчас самое время рубить бабло. Народ подпишется, будет следить, как же грустит Лерчик из-за 300 миллионов. Меня удивляет, как преподносит эту ситуацию, что у Митрошиной, что у Чекалиных позиция. Ой, ну хоть кто ж сказал, что мы укрываем налоги? Такой сюрприз. Попахивает какой-то дичью, да? Потому что лить деньги на разные ИП, либо придуманный план, либо коварный замысел бухгалтера. Неужели все космически тупили с юристами и миллиардом оборота? Негодует блогер Катя Комусова. И она права, видите как? Шило в мешке не утаишь. Как бы они ни прятали по 5 ИП, создали, а все равно налоговая их накрыла. И правильно сделала. Копнут дальше, найдут еще что-нибудь. Так что вот так, господа, так им и надо. Подписываемся на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. Не просто так. Совсем недавно бабушка скончалась. Наверное, сердце не выдержало. Испугалась она, что под старости лет будет фигуранткой уголовного дела. Вот так-то. Кто хочет подписаться, подписывайтесь. Кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет. Я пенсионерка, зарплату не получаю. За интернет платить надо, за свет платить надо, за интернет надо платить, за все надо платить. Так что вот так, господа. Поэтому расчетный счет под роликом.